Корабль номер 4. Корабль номер 4. Джек, ты там? Не волнуйся, Кэт. Какова обстановка? Семьдесят два часа. Не волнуйся, Кэт, я не вижу проблемы. Будь осторожен и сообщи, если что-то будет не так. Мы тебе поможем. Конечно, Кэт. Если что, я дам знать. Ужас на глубине 9 миль. Есть кто? Эй! Я из службы охраны. Кто-нибудь есть дома? Эй!
Сотрудник безопасности. Откройте дверь, я пришел помочь. Кто-то убил шакала и расписал его кровью стены. Да ты что, прикалываешься? Что за надписи? Я не знаю, они на арабском, но я тут никого не нашел. 25 людей расписали бункер кровью шакала. Ну так, есть зацепки? Пока ничего. Тут есть еще несколько зданий, я собираюсь их проверить. Кроме того, тут скоро стемнеет. Пойду во двор. Алекс. Выйду на связь в 21 час. Поняла. Пойду фотографировать. Отбой. Аманда Вейс? В Сахаре? Вообще-то это не Сахара, но да, мне интересна эта тема. Что вы собираетесь там найти? Я сообщу об этом на завтрашней пресс-конференции. Но я хочу изучить странный демонический феномен, известный, очевидно... Добро пожаловать. Я думал, что сегодня явится кто-то другой. Входите. Да вы не стесняйтесь. Садитесь куда хотите. Я начну с самого начала. Я собрал вас тут сегодня, чтобы рассказать о том, что собираюсь сделать в ходе исследования. Я хочу докопаться до корней человеческой истории. Сорвать покров с тайны. Я считаю, что узнать правду мы можем в Сахаре, под песками которой скрыта правда. Геологические исследования подтвердили наличие под песками Сахары на глубине 9 миль большой пещеры. Современная техника позволяет нам пробурить песок и добраться до нее. Я собрал команду ученых со всего мира, чтобы они с рабочими помогли пробурить шахту. Некоторые члены команды надеются найти новые формы жизни. Например, такие, о которых мы ничего доселе не знали. Поздравляем, мы молодцы! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! За наше открытие! За наше упорство! Постепенно мы продвигаемся все глубже. Однако постоянные сложности понизили мораль группы. Да и кроме того, наши мелкие находки стали шокирующими для всей команды. У меня складывается ощущение, что на этом месте раньше было какое-то культовое место для проведения ритуалов. Но это только догадки. Доктор Иван и я постоянно ведем дискуссии о том, что, возможно, мы на пороге открытия чего-то страшного, что местные именуют Базари.
Эй! Тут есть кто? Номер 4. Номер 4. Доброе утро, Кэт. Выяснил что-нибудь? Вышел тут кое-что проверить. Что еще ты проверяешь? Джек! По-моему, у меня тут компания. Кто там, Джек? Позже поговорим. Да ты прикалываешься. Доброе утро. Вовремя, мать твою. Что? Возьму вещи и валим. Погоди, погоди. Ты кто такая? Что тут случилось? Это долгая история. Чем быстрее мы свалим отсюда, тем лучше. Ты одна? Уже нет. Послушайте, леди. Я не знаю, что тут произошло, но где все? Кто вы? И где вообще все? Отвечай по порядку. Я доктор Дженни Кристенсен, исследователь. Помощник профессора Баламира. А вас как зовут? Джек, Томас Джексон. Друзья зовут меня Джек. Рада знакомству, Джек. Да, я тоже. Ну так тебя послали сюда, чтобы спасти меня? Это чудесно. Даже больше, чем чудесно. Я отсюда давно, очень давно хочу выбраться. Детали я сообщу тебе по дороге. Это долгая история. Почему бы не начать прямо сейчас? Что тебе известно? Ну, я сюда прибыл в субботу. Знаешь, над чем мы работали? Позволь мне задавать вопросы. Кто ты, кстати? Я же сказал, меня зовут... Томас Джекман? Да, знаю. Но кто тебе позволил задавать мне вопросы? Я сотрудник безопасности. Ага, это секретный проект. Я прибыл сюда со специальной проверкой. И? Ну, первое, что вы должны знать, так это то, что глава проекта, профессор Борман, мертв. Мертв. Он задохнулся. Так сказал наш врач. Потом его покалечили. А где вы его нашли? На глубине 5, может, 10 метров. Я не была там. Это имеет значение? О, Господи! Доктор Варган, геофизик. Возможно, сердечный приступ. Ты про это ничего не говорила. Послушай, Джек. Я тебе в гиды не записывалась. Если ты не против, то нам нужно отсюда уехать немедленно. Да, может быть. Но для начала я должен сделать все по инструкции. Мне нужно подкрепление. Тут что-то неладное творится. Подожди минуту. Линда, это Кэмми Кэсвелл. У нас чрезвычайная ситуация. Ну так что, Джек, кого ты там нашел? Ага, нашел доктора. Она странная, она хочет уехать. Она? А ты не думала, что доктор Криншин женщина? Нет, не думала. И как она? Она сексуальна, чувственная и нежна, прямо как ты. Ну смотри, не заиграйся с ней. Не бойся, ты мне больше нравишься. Ген Кэсвелл тут. Если ты смог найти доктора, тогда получи у нее всю информацию о том, что они искали, и выясни, что случилось, а потом привози ее назад. Похоже, они искали новые формы жизни, я в этом не разбираюсь. Так остановись и разберись. Я вышлю вертолет, как только это будет возможно. Обеспечи безопасность, ты понял? Да, сэр.
Эй, так кто-то умер? Похоже, что придется с ней поговорить. Я тут еще погуляю, огляжусь и вернусь к тебе. Отбой. Я собралась. Ты готов? Прости, к чему? Чтобы ехать отсюда. Когда поедем? Ты сказала, что у доктора был сердечный приступ. Так считал доктор Уильямс. Все, что я знаю, так это то, что они нашли его мертвым на полу. Мы можем поехать. Нужно пойти немножечко перекусить. Джек, я буду с тобой честна. Извини, но я не могу. Я нашла горючее и принесла тебе кофе. Сахар? Нет, у меня есть. Ты не женат. Я овдовел 6 лет назад. О, прости, прими мои соболезнования. А как насчет тебя? Тебя кто-то ждет дома? Ты имеешь в виду мужа? Нет, я говорю про тех, кто за тебя волнуется. Ты меня допрашиваешь? Просто спрашиваю. Ну, раз ты коп. Временами. Что там? Скважина. Но на твоем месте я бы держалась от нее подальше. Ну так ты не заметил никаких перемен, а? Никаких. То есть с тобой ничего страшного не происходило? Прости. Ну ладно, чем займемся? Расскажи мне о проекте. Где-то 6 дней назад на глубине 400 футов мы достигли верхнего свода пещеры. Все было здорово. И? Правда в том, что мы мало что знали о том, какая там жизнь обитает. Да даже Бог не знал. Возможно, она была там, когда мир еще был без атмосферы. Ее никто не видел. Вот такие вот дела. Нужно 5 минут, чтобы достигнуть дна. Ты ничего не услышишь. Когда дует ветер, создается такое ощущение, что стонут демоны. Ветер задувает туда? Да, и создается ужасный звук, какой-то потусторонний. Ну, так говорили. Что говорили? Я уже сказала. Черт! Ты в порядке? Да, просто голова закружилась. Что там написано? Я не знаю. Похоже на какой-то ритуал по вызову. А видео в лаборатории? Там все праздновали. Почему тебя на нем нет? А как ты думаешь, кто его снимал? И тебя не было на фотографии. Черт, Джек, ты в порядке? Я могу тебе помочь. Ты ранен? В последнее время количество странных инцидентов возрастало. Вот, полежи. Я продезинфицирую. И чем скорее мы уедем, тем лучше.
Джек! Господи, ты как будто увидел привидение. Пойдем, ложись. Все хорошо. Джек! Ты веришь в сверхъестественное? Нет. А должна? Ты что-то видел? Нет. Нет, ну просто я говорю про то, что нельзя объяснить с научной точки зрения. Ну, термином «сверхъестественное» ты тоже ничего не объясняешь. Мы не можем приписывать сверхъестественное тому, что не можем объяснить. Все можно объяснить с логической точки зрения. С каких пор? Некоторые люди чувствуют, что они одиноки, вот в чем опасность. Я сотрудник безопасности, но мне кажется, что тут что-то не так. Проблема в том, что мы тут были заперты, как в клетке, и, возможно, из-за этого стали происходить происшествия. Вызываю номер 4. Ответьте. Номер 4. Номер 4, ответьте. Где ты, Джек? Номер 4. Я нашла машину в пустыне. Она принадлежит доктору Ивину. Ивину? Он жив? Возможно, но тебе следует туда наведаться с бензином. Возможно, он у него кончился. Когда там была вертушка? Недавно. Я все же... Тебе следует поторопиться туда. Там было что-то странное? Нет, просто он там находится. Вот и все. Сейчас. Привет. Ну, по-моему, там что-то странное получилось, потому что, похоже, он гнал как ненормальный. Ну да, у нас тут тоже что-то странное творится. И вот еще что. По данным GNC, компания послала на станцию только мужчин. Там не было женщин. А ну-ка, повтори. Нет никаких сведений о докторе Кристенсене и вообще о женщинах на базе. Прием. Джек? Джек. Да, да, я тут. Я думаю, ты должен возвращаться. И сфотографируй ее. И вышли фотографии, чтобы мы могли ее опознать. Я понял. Сделаю фотографии и вышлю. Джейси! 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 Джек, где ты был? Это ты где была? Пожалуйста, не оставляй меня. Я не могу там быть одна. Мне нужно уехать отсюда. Мы не можем. Для начала мне нужно во всем разобраться. Да никто сюда не вернется. Откуда ты знаешь? Извини. Извини. Сколько мы тут пробудем? Не знаю. Мне нужно все здесь разузнать. А почему нам просто не уехать? Я же сказал тебе. А когда ты примкнула к проекту Джейси? Мне сказали, что ты приехала позже. Я же говорила, что была с самого начала. А мне сказали, что в команде не было женщины. И нет записи о докторе Дженни Кристенсе. Ты думаешь, я лгу? Пойдем со мной. Это журнал с 21 по 23 июля. Это запись дня, когда я прибыла. Мы только начали исследование. Я тут была одной женщиной. Ну вот, в принципе, и все. Меня не было на многих снимках и видео, потому что я не соглашалась с исследователями. Вот поэтому я занималась своим делом. А, вот. Ты удовлетворен? Кто делал запись? Брукс. Ее снимал доктор Алан Брукс. Ну, а знаешь, его нашли живым. Ну, великолепно. Хорошо, Джейси. А теперь давай всю историю.
Ты не захочешь ее выслушивать. Ты тут не был. А ты попробуй. Ну, после того, как мы достигли верхнего свода пещеры, мы решили спуститься и посмотреть, что там. Мы установили на платформу сенсоры, включая радары. И вот что мы записали. Похоже на ветер. Правильно. Они тоже так сказали. Погоди, погоди. Это же крики людей. Они кричат от боли. Сразу в это никто не поверил. Это базар. Это похоже. Мы тоже так подумали, но никто не стал об этом говорить. Это после этого начались странные убийства. Люди стали что-то видеть по ночам, странные вещи. Какие вещи? Духов, полтергейст, демонов, кто знает. Главное, что началась массовая истерия. Они верили в то, что видели. Они были учеными. Доктор Варгус говорил, что повстречал и поговорил со своей мертвой матерью. А Кириан Корпс вскоре умер от сердечного приступа, похоже, от страха. По-моему, нам следует выпить. Почему ты мне об этом не сказала раньше? Я не хотела с тобой этим делиться. Видение, мертвый шакал и прочее. Ты бы поверил, Джек? За нас. Да. Господи. И все это происходит... Ну, как это... Ты знаешь это слово, Джек. Что, ад? Мне об этом думать? Что ученые нашли ад на Земле, просто просверлив дыру в земле? Это просто бред собачий. Ну, знаешь, люди не просто так в свое время строили Иерусалим именно там, где он стоит. Они могли объяснить то, что они делали. Но почему ты думаешь, что действительно не может быть духов? Они же в нашей голове. Эй, Йосеф! Взгляни на это. Нам прислал фото Джек. Сумасшествие. Это же картинки из страшилок. Что ты имеешь в виду? Ну, это надписи, призывающие страшных духов Жени Эбельдвейса. Эбель кого? Женщину-демона, убивающего мужчин. Это просто персонажи сказок. Я вот тут отдыхаю. Красиво, не правда ли? Да. Жалко, я потерял камеру и фонарик. На самом деле, Сахара безумно красива. Вряд ли есть подобные места в мире. Я не вижу ничего особенного. Значит, ты многое теряешь. Знаешь, когда я был мальчиком, моя мама мне говорила, что солнце, уходя за горизонт, уходит не просто, а его уносят 4 огненных жеребца к звездам. Моя мама говорила, что Солнце — это звезда, подобная тысячам в нашей галактике и подобная миллиардам во Вселенной, и что она светила со времен динозавров, и что мы думаем вот тут, каждую минуту. Вот поэтому, наверное, я и стала исследователем. Забавно, как все получилось. Я более эмоционален. Я хотел заниматься поэзией, но никак не наукой. Не для меня. Для меня наука — это все. С ее помощью можно объяснить все в этом мире. А что насчет любви, милосердия? Феромоны. Вера чего? Вещества, продуцируемые телом, когда мы влюбляемся, и потом они преобразуются в эпинеморфоны и прочее. Значит, вот как мы влюбляемся. Просто благодаря химии? Знаешь, самая великая музыка записана на бумаге, но я верю, что ее можно представить в числах.
улыбочку. Эй, что ты делаешь? Так нечестно. Ну что ты боишься? Того, что я тебя сфотографировал? Что? А вот еще одно фото. В этот раз уже лучше. Может быть, кофейку сварить? Оно в лаборатории осталось. Что будем пить на ужин? Я тут не вижу ничего интересного. Наведайся в кабинет Бормана. У него там есть шкафчик с бутылками, за книгами. Нет, помогите нам! Помогите, помогите нам! Сэм? Что? Тебе не нравится? Я привезла его для коктейля. Я его очень люблю. Да, оно великолепно. Ты в порядке? Да. Ты просто неожиданно вошла. Упс. Ты голоден? Ужасно. Я бы могла и вкуснее приготовить. Верю. Философия, геология, психология. И готовишь еще. Закрой глаза. У меня кое-что для тебя есть. Что ты делаешь? Не открывай глаз. Я знаю, что еще рано, но... С днем рождения. А откуда ты узнала? По твоему паспорту. Джек? Джек. У меня этот день засел в голове. Лучше нам закончить на этом. Ты не хочешь со мной поделиться? Рассказать о ней? Ну что сказать? Мы были женаты 6 лет. У нас была двойня. Вот они. Она не была счастлива. Я не знаю почему. Наверное, потому что боялась измены. Я думала, что она просто ушла. Она убила детей. О, Господи. Это была моя вина. Они из-за меня погибли. Я не должен был ее отпускать. Это не твоя вина. Но это же я нечестно с ней поступал. Господи, Джек. Это был мой 32-й день рождения. Дети веселились, готовились к нему. Я должен был ненадолго уехать на работу. А она убила их. Папа! Это моя вина. Во всем виноват я. Я клянусь. Я знал, что мог спасти им жизни. Спасти их. Всех. Если бы вернулся вовремя. Но я просто шел на работу. Я мог спасти семью, но я не послушался своего инстинкта и поехал на свою работу. Логика, рациональность. Ты винишь себя попусту, Джек. Извини. Я не очень чувствительна, но не могу смотреть, когда люди страдают без повода. Тебе очень плохо. Ты хороший человек. И тебе не нужно больше терзать себя за случившееся.
Спасибо. Спасибо. За что? Я давно такого не чувствовал к женщине. Пожалуйста, не называй меня так. Хорошо? Стой! Стой! Что такое? Не надо больше. Извини. Расслабься. Выкинь все из головы. Снимай. Привет, Том. Сьюзен! Ты ее трахал!
Джесси! Все хорошо, Джек. Это я, Джек. Ты спишь, Джек? Проснись. Ты ходил во сне? Господи. То, что ты видел, Джек, нереально. Все хорошо. Все хорошо. Постарайся уснуть. Папа! Папа! Папочка! Бред? Стоп. База вызывает четвертый. Ответьте, база вызывает четвертый. База, ну же, ответьте. База слушает. Привет, Джек. Послушай, Алекс, быстро сюда людей. Но сейчас 4 утра. Мне плевать, ты не должен думать, просто делай. Хоть армию сюда тащи, если надо. Мне нужна помощь, ты понял? Повтори. Хорошо, хорошо, я понял. Хорошо, отбой.
могу. Скотчак! Господи, Джек! Нет! Это была ты! Ты убил ее! Джек, пожалуйста, пожалуйста, нет! Джесси! Ты как? Джесси? 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 Интересно, веришь ли ты в Бога, Джесси? Я отправлю тебя на тот свет. Джек, открой, пожалуйста. Как же? Дверь закрыта, что ты творишь? Я не знаю, кого мы там нашли. Открой дверь, чтобы мы были вместе. Я на это не куплюсь. Но из-за нашего открытия все в опасности. Я не могу этого описать, но мне кажется, никто не сможет. Это зло, я должен идти. Я должен уходить. Оно скоро придет сюда. Джек! Пожалуйста, расправьтесь с ней. С этим страшным воплощением тьмы, которое мы выпустили. Пожалуйста, открой, мне плохо без тебя, Джек. Ни в коем случае не поддавайтесь на ее уловки. Она не такая нежная и ласковая, как вы думаете. Она вас обманывает, она зло. У нее нет слабостей. Она заманит вас в ловушку. Мне плохо. Она будет врать и жаловаться. Она воспользуется вашими слабостями. Мне плохо. И убьет вас так же, как и всех остальных. Она высосет вас. Ты врешь. Ты врешь. Поймите, что она зло. Не купитесь на ее уловки, иначе вы покойник. Она разорвет и сожрет вас, и никто вас не спасет. Что бы ни случилось. Номер 4. Вы где, номер 4? Ни в коем случае не верьте ей. Номер 4. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ответьте, номер 4. Она зло, ужас, она кошмар во плоти. Не верьте ей, не верьте. Отойди от радио. Джек, что ты делаешь? Слушай, это демон во плоти, самый настоящий. Теперь я знаю, кто ты. Она убьет тебя. Говорит Кристи, что случилось? Он стреляет в меня. Господи, Джек. Она будет сводить вас с ума. Она как сомнамбула. Она зло. Чистое зло, которое существовало с момента возникновения цивилизации. Что у вас там? Он думает, что я демон или что-то еще. Кейт, не слушай ее. Она врет тебе. Джек, мы должны уехать незамедлительно отсюда. Не слушайте ее ложь. Не слушайте. Дьявол будет говорить только то, что вы хотите услышать. Джек, послушай. Послушай меня, газ в шахте, он ядовит. Сопротивляйтесь. Ложь. Джек, пожалуйста, он опасен. Доктор Кристенсен. Не верьте ни единому ее слову. И пусть Бог будет с вами.
Бу! Ты думал, что ты отделался от меня? Ты знаешь, что ты Джек. Нет света без тьмы. Они нашли друг друга. Видишь? Ты хочешь в меня стрелять? Только пойми, что нет разницы. В меня или в себя, Джек. Нет, Джек, не надо. Господи! Папа! 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 Бен! Ада! Выходите и помогите маме с украшениями. Мы же хотим сделать сюрприз. Папа скоро будет дома. Папе это понравится. Это ты, Джек? Не хочешь свой стейк? Тебе нравится? Кто ты? Я чистильщик. Я просто проверяла, выдержишь ли ты испытания прошлым. Ты смог долго продержаться. Зачем это? Зачем? Ну, забыла. Ну, вот такая натура у меня. Мы испытываем людей. Проверяем их веру. Есть ли у них скелеты в шкафу? Что тебе нужно? Все зависит от тебя, дорогой. У каждого должен быть второй шанс. Все еще не переварил? Ну что, молчишь? Извини. Никогда не могла перед этим устоять. Так забавно, когда люди открещиваются крестом. Дальше будет святая вода, сдается мне. Или Нисис? Или Нис? Я могу тебе мозги вышибить. О, Джек, ты такой горячий. Джентльмен. Вы так любезны, что дали закурить? Луку к стейку. Луку. Луку. Джек, ты так далеко зашел. Ты не можешь свернуть назад. Твой последний шанс получить того, что ты хочешь за последние 6 лет. Только я могу тебе это дать. Только я. Ты не голоден? Это сделала не Сьюзи. Ты была там. Ты испытывала. Так что тебе нужно?
Давай, Джек. Думай. Моя душа? Ты за этим сюда пришла? Хорошо. Я получу то, чего хочу. Я дам тебе это. Чего ты хочешь? Делай, как я. Люцифер, я продаю тебе свою душу. Повтори 6 раз подряд. Сконцентрируйся, как можешь. И скажи это. Люцифер, я продаю тебе свою душу. Раз. Люцифер, я продаю тебе свою душу. Два. Люцифер, я продаю тебе свою душу. Три. Люцифер, я продаю тебе свою душу. Четыре. Пять. Люцифер, я продаю тебе свою душу. Шесть. Поздравляю, офицер. Вы прошли свое испытание. Это все? Я получила то, чего хочу, и ты тоже. Где они? Они в твоем грузовике. И когда придет Сьюзи, тебе просто надо будет уехать. Уже уходишь? Скажи, что ты скоро вернешься. Дети тебя так ждали. Да, но она сказала, что ты... Ты... Эй! Эй! Кто? Кто сказал? Папа, ты должен задуть свечи. Сначала загадай желание. Да, папа, загадай желание. Смотри, задуй все, а то не исполнится. Попробуй загадать что-то или кого-то другого. Я не могу этого сделать. Ты хочешь отметить свой день рождения с ней? На этот раз я остаюсь. Давай, Джек. Нам надо ехать. Я не могу. Она. Она? Ты женат. Ты женат. Все закончено. Просто одна ночь. Одна глупая ночь, Сьюзан. Это твой последний шанс. Сьюзан ждет. Нет. Она тут. Она тут. Это не Сьюзан, Джек. Посмотри на нее, Джек. Том. 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 Мы должны торопиться. Это я. Это я, Сьюзан. Это я. Нет! Сьюзан? Да, Том. Слава Богу. Давай, мы можем все начать сначала. У нас второй шанс. Ты сделал это, дорогой. Ты спас меня. А дети? Ты их слышишь? Нет. Давай, поехали, Том. Нет, они не ждут нас. Это просто ветер, Джек. Это просто ветер. Когда у меня день рождения? Скажи, что любишь меня, Джек. Скажи это.
Я люблю тебя. Катись к черту, Джейси. У нас же сделка. Дыши же, кому сказал? Дыши, это кислород. Дыши, Джек. Дыши, кому говорю, дыши. Сюда, быстрее. Где она, Джек? Доктор Кристенсен. Она нереальна. Она реальна. То, что она сказала, правда. Она права. Она права, тут я. Джек, смотри на меня. Где она? Где доктор? Она одна из исследователей. Скажи, где она? Где она, Джек? Где доктор? Доктор Кристенсен? Джесси, о господи! Давай, тащи ее, тащи! Быстро, быстро! Давайте живее на вертушку! Быстрее, быстрее! Давайте быстрее, пока ничего не взорвалось!
пещера, скорее всего, образовалась 6 миллионов лет назад. И в ней содержится огромное количество органического вещества. Возможно, это форма жизни. Нам нужно объяснение. Похоже, что постепенно эта масса сгнила, и образовался газ, который оказывает сильное воздействие на головной мозг. Значит, я просто подышал газом и траванулся? Дело в том, что вы перестали различать реальность. Воображение, мечты и все соединилось в одно. То есть то, что я хотел, чтобы стало реальным, становилось реальным. Для вас — да, ваши страхи воплощались. А что насчет женщины? Ну, поймите, что у каждого из нас свой ад. Вот у вас такой. А что насчет Джесси? Ну, она не заразилась, получила слишком много доз и постепенно адаптировалась. А как насчет голосов? Я имею в виду крики при ускоренной прокрутке. Ну, я думаю, что это просто ветер или еще что-то. Я просто думаю, что это обычные шумы. Забудь о шумах. Наш эксперт обследовал море пещер и обследует эту тоже. Он сделает все, что угодно, но проход так мал, что вряд ли мы будем туда спускать людей. Или вряд ли, что там кто-то живой. Спасибо, Джамал. Спасибо, спасибо. Перестань. Взгляни на светлую сторону. Нет рая и нет ада. Но есть что-то другое. Мне кажется, что я что-то упустил. Да все нормально. Чего ты ищешь объяснение какой-то ерунде? Я не знаю. Доброе утро. Привет. Простишь меня? За что просишь прощения? За то, что пырнул тебя отверткой и пытался убить. Нам обоим нужно было остановиться. Да, я знаю. Как живот? А как твой? Который? Если бы я мог только представить... Я ведь правда продал там душу. Джек, ты бы видел свое лицо. Это просто шутка, шутка. Я играла с твоими иллюзиями, чтобы вытащить тебя оттуда. Я думаю, что ты верно поступила. Да. Тебе нужно отдохнуть. У меня есть, Джек, что за доказательство того, что она там не была? Вот тут запись того, что ее не было там на самом деле. И что она не пойми откуда. И что? Что ты хочешь доказать? Вот, смотри, что на заднем плане. Дэвид, можешь увеличить? Смотрите внимательно. Вот. Да, конечно. Похоже на обычную каску. Может быть, что-то не так? Вот видишь, ты убедился в том, что хотел. Тебе бы теперь следует извиниться перед ней. За все это и перед нами, за твое поведение. Джекман, твой пистолет. Посмотрите, говорящий с дьяволом. О, Джек. Ты в порядке? Что-то не так?
Это она. Ты должна исчезнуть. Джек, стой. Нет, нет, нет. Джек, что ты делаешь? Я знаю, кто ты такая. О чем ты говоришь? Джек, отойди. Ты ничего не понимаешь и не видишь того, что вижу я. Джек, пожалуйста, объясни. Объяснить? Чтобы ты опять смазала всю правду? Не в этот раз. И заткнись. Пожалуйста, 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 Джек. Не в этот раз, Джесси. Я сыт от твоих объяснений. Она дьявол. Пожалуйста, Джек, нет. Она врет. Нет, нет, нет. Джек Колди, ты не понимаешь. Я вас знаю? Я вас знаю? Кто вы? Это вы надо мной смеялись? О, Господи! Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Всегда есть логическое объяснение. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Ты очень восприимчив. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Это твое воображение. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Я в порядке, в порядке. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Ад в твоей голове. Опасность у нас в голове. Опасность у нас в голове. Остановитесь! Вызовите доктора! Это не ее кровь! Не ее кровь! Я в порядке. Джек, он взял мой пистолет, и он стрелял. Он спятил. Он хочет вернуться к детям и Сьюзен. Он хочет вернуться к ним, к Сьюзен. Хорошо, Сью, ты победил. Я дам тебе то, что ты хочешь.